Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики должен быть существенно расширен. Так звучит основной тезис обращения Законодательного собрания Нижегородской области к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Проект этого документа депутаты рассмотрели на прошедшем заседании. По мнению авторов обращения, государственную финансовую помощь, а именно дополнительные выплаты на каждого сотрудника, необходимо предоставлять всем субъектам реального сектора экономики. В первую очередь это касается промышленных предприятий. Любая остановка рабочих процессов увеличивает финансовые, кадровые и технологические издержки, считают авторы документа. Возможности покрыть их у субъектов реального сектора экономики сейчас нет.